Здравствуйте, в эфире ТВЛ. И прямо сейчас о самом главном. Сегодня, 14 января, отмечают день рождения Московской области. Ее территория была населена более 20 тысяч лет назад. В настоящее время она состоит из 29 районов, 32 городов областного подчинения, двух поселков городского типа и 5 закрытых административно-территориальных образований. Население Московской области на 2015 год составляло свыше 7 миллионов человек. И все они в ночь с 13 на 14 января отметили Старый Новый год. В эту ночь телеканалы транслировали праздничные программы. Многие собрались в семейном кругу вновь встретить Новый год. А некоторые даже обратились к гаданиям перед Старым Новым годом. В дни перед праздником по старому стилю многие девушки пытались заглянуть в будущее. Большинство гаданий, как правило, обращено тем, кому только предстоит выйти замуж и родить детей. Свыше 200 купелей традиционно появится в Подмосковье к большому празднику Крещения Господня. Крещение Господне – христианский праздник, отмечаемый в честь крещения Иисуса Христа. В крещенский сочельник и в сам день крещения во всех православных храмах после божественной литургии совершается чин великого освящения воды. В России по традиции в эту ночь принято купаться в прорубях. В области готовится 208 мест для купания, 158 на открытой воде и 50 купелей будут организованы на территории храмов. Также организовано дежурство спасателей и медиков. В Подмосковье стартует акция «Ледниковый период 2016». В ее рамках жители Подмосковья через социальные сети могут сообщить об опасных сосульках. После крепких новогодних морозов и снегопадов синоптики обещают потепление. Значит, появятся сосульки и наледь, которые угрожают здоровью и жизни людей. Фотография сосулек или нависающей с крыши наледи с указанием адреса и хэштегом «Ледниковый период Московской области» можно будет опубликовать с января по март в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Twitter. В том числе в официальных группах «Жилинспектор Московской области». На все присланные фотографии и сообщения будут реагировать оперативно. «Ледниковый период» проводится уже в третий раз. В 2014 году поступило 120 сообщений о сосульках, в 2015 – 217. С 2016 года работающие пенсионеры будут получать страховую пенсию без учета индексации. Об изменениях в пенсионном законодательстве смотрите прямо сейчас. Предстоящая индексация страховых пенсий в феврале 2016 года будет распространяться только на пенсионеров, которые по состоянию на 30 сентября 2015 года не осуществляли трудовую деятельность. Если пенсионер относится к категории самозанятого населения, например, индивидуальный предприниматель, он рассматривается как работающий, и его пенсия также не будет индексироваться. Здесь как бы нужно вот этот момент тоже учесть, потому что такие люди, мы тоже это будем брать из базы нашей, которая у нас имеется, база вот тех индивидуальных предпринимателей, которые уплачивают там страховые взносы и прочее, у них индексации при таком раскладе тоже не будет. Поэтому тут надо подумать о том, что если человек по факту не работает, не занимается предпринимательской деятельностью, то ему нужно сняться с налогового учета. Если пенсионер прекратил трудовую деятельность после 30 сентября 2015 года, он может уведомить об этом пенсионный фонд. Тогда, со следующего после рассмотрения его заявления месяца, он будет получать уже проиндексированный размер страховой пенсии и фиксированные выплаты к ней. Законом предусмотрено, что этому человеку необходимо подавать заявление в управление пенсионного фонда. Ну, в данном случае это будет клиентская служба города Электрогорска, которая расположена на улице Советской, представить трудовую книжку о том, что этот человек, соответственно, уволен. Мы сделаем копию трудовой книжки. Этот человек подходит с паспортом, со страховым свидетельством, заполняет соответствующее заявление. Мы его вводим в базу данных, и у него, соответственно, будет индексация. Что касается индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров, в феврале 2016 года они будут повышены на 4%. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, будут повышены на 4% в апреле 2016 года и работающим, и неработающим пенсионерам. Это все новости на сегодня. Напоминаю, все наши новости доступны в социальной сети ВКонтакте, на канале YouTube и на нашем официальном сайте elgorsktv.rf. Всего доброго и до встречи на ТВЛ!